Всем привет. Ну вот продолжим. Лесенки между октавами в Комаринском, да? Я показал в предыдущем уроке 19.6.1, по-моему, так он назывался. Как лесенкой переходить из первой октавы во вторую и наоборот подниматься из второй в первую, да? Вот. В этом коротком видео это будет из второй в третью, из третьей во вторую, да? В принципе, я объяснил, он абсолютно тот же самый сохраняется здесь. Ну, то есть, как это выглядит, да, при музыке. И так далее. Вот. Давайте посмотрим. Сейчас я сяду, чтобы не сильно бликовал. Да, на самом деле это не принципиально. Точно так же на аккорде соль. Когда вот здесь вот звучит аккорд соль. Вот. Вот пошел аккорд соль. И вот здесь началась лесенка. Второй раз аккорд соль. Вот здесь лесенка закончилась. Все. Дальше играете. Лесенка. Играете. Первый вариант толстая. Мы говорили, что лесенки их две, да, от в зависимости от того, на каких кнопках мы играем. То есть, если мы играем вариант барами, да, то это толстая лесенка, да. И если вот здесь вот смещаем на кнопки, то это тонкая лесенка. Вот давайте толстую лесенку. Пошел аккорд соль. Вот от этой кнопки также. Встали на аккорд до. Играете. Пошел аккорд соль. Возвращаемся. Обратная лесенка. Вот с этой кнопки. Закончилось. Встали на аккорд до. Пошел аккорд соль. Встали на аккорд до. Пошел аккорд соль. Лесенка. Ой. Встали на аккорд. Да? Все. И теперь вторая тонкая лесенка, да? То есть, если мы не вот так играем. Ну, то есть мы ее строили от какой? Вот от этой, а теперь от этой построим. Вот это. Ой. Она под пальцем здесь лежит, так что ее искать не так и сложно. Вот сюда вернулись. Встали на аккорд до, играем. То вот с этой начинали, а теперь просто с безымянного пальца. Там, кстати, можно даже лесенкой пройти, то есть не возвращаться. Вот еще один вариант. Еще раз. Играете. Пошел аккорд соль.
Вот и все. То есть точно так же аккорд соль начался, спустились вниз, пока он два раза играет. Аккорд соль играем. Аккорд соль начался, поднялись вверх, пока он два раза играет. Играем. Вот и все. Ну и естественно это можно совмещать. То есть если как упражнение, давайте я быстро не буду, неохота, честно говоря, сейчас с тренировки ушатались все. Вот, смотрите упражнение. То есть я, ну, все уже первый, ну, предыдущий урок и вот этот совмещаем. И просто вот сели там. Ну и так далее. Вот это тот же самый урок 19.6.1, только в приложении к двум другим октавам. Тот был первая, вторая, этот вторая, третья. Ничего сложного нету. Успехов. Пока.